Ну, он, конечно, взял с собой. Ну как же ехать? Ты... Красавица! Теперь стал солдатом, значит, я солдат. У Альфреда дробиковка, а у меня ружей. Это почти одно и то же. Оба мы солдаты, это ясно. Первый раз тогда... Юлан была стара. Быстро скакать она уже не могла. Она еле передвигала ногами.